Ну да, присаживайся. Хорошо. Да? Как тебя зовут? Аленка. Что мы будем делать? Делать пиццу. Стричь стрекозы. Да? А. Да, смотри, сколько у тебя стрекозы тут? Много, скажи. Много. Много? Давай. Смотри, давай. Это морской конек. Это морской конек? Давай, я тебе подвину остальные, да? Где-то еще морской конек. Еще есть где-то морской конек? Смотри, зеленая лошадка. Ух нашлась. Ты, зеленая лошадка. Чего она туда попала? Не знаю, в стикизах лежала, да? Да. Так, какие еще у тебя стикизы есть? Лошадку отдельно ты посадишь, да? Отдельно. Отдельно? Давай я ее посажу, да? Вот здесь посажу, с этой стороны. Так, какие стикизы еще у тебя есть? Ух, вот такой, да? Ой, вот такой есть здесь стикиз. Стикиз светится. Да? А он ночью светится, да? Да. Фонариком. Ага, смотри, а это кто? Я не знаю. Ой, какой-то, да? Угу. Да, это из новых стикизов, да? Угу. Этих старых стикизов. Тут есть разные, да? Сколько тут наборов? Еще морской конек. О, морской конек, да? Да, с ним поставим. Поставим вот здесь, где-то здесь, да? С ним. Теперь у нас два морского конька. Да. Вот смотри, вот есть... Кто это? Улитка какая-то, да? Да, красная. Где-то еще улитка такая. Улитка еще есть такая, да? Да. Давай поищем, кто тут еще есть. Мам... А вот у тебя котик. Смотри, какой котик красивый, да? Да. Котик есть, да? Да. Да. Кто еще нужен? Вот еще котик. Смотри, какой красивый, да? Да. Хитрый котик. Вот еще котик. Сколько у тебя их? 3 или 4 котика? О, вот еще котик. Смотри, сколько котиков. Да? Да. Не нужно, нет? Нужно. Смотри. Ух ты. И второй такой. А таких много, да? Да. Вот смотри, сколько их тут. Ух, смотри. Сколько их много, да? По-моему, у нас таких очень много. Вот. Как они называются, я правда не знаю. Как ты их зовешь? Стикизы. Стикизы, да? Да. Стикизы, да? Их так много. А где мы их покупали? Сельпо. В Сельпо покупали, да? Да. Хорошо. Ну давай, тебе эти будут стикизы помогать делать пиццу, да? Не, я их поставлю. А, ты их поставишь? А которые тебе будут помогать пиццу делать? Жираф. Нет? Жираф? Да, да, вот. Найти. Он еще одна улитка. Он еще одна улитка. Да, я увидела. Ага. Вот она. А вот еще улитка, смотри. Вот да. Улитка, да? Да. Тебе будут помогать жираф? Да. Так, я, кажется, вижу жирафа. Я, кажется, вижу. Смотри. Вот он, жираф. Он тебе будет помогать, да? Вот, да. Кажется. Вот тебе коровка будет помогать делать пиццу. Два. Кто еще? Кто еще будет тебе помогать делать пиццу? Лягушонок будет помогать? Будет. Вот какой-то лягушонок. А, нет, это не лягушонок. Ну, тоже будет помогать тебе делать пиццу, да? Да. А вот смотри, вот еще. Кто это? Это дельфин. Дельфин, рыбка, да? Да. Где там один уже стоит, по-моему, да? Сейчас. Подвину. Подвинешь, да? Да, вот. Вот так вот, да? Сейчас. Так, 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 так. Кто у нас еще тут есть? Вот еще, по-моему, есть одна рыбка. Какая? Дельфин, да? Да. Дельфинчик есть. Ну, смотри, еще какой-то перламутровый чудик. Это же кто? Нюня, да? Нюня. Это Нюня, да? Да. По-моему, это Нюня. Ух ты, ты хочешь всех их выставить? Да. Всех? Да. Они займут весь стол. Дай мы часть возьмем, и они тебе будут помогать пиццу делать. Да, чуть. Там еще есть место. Еще место есть? Вот есть рыбка. Смотри, рыбка есть. Да. Рыбка, да? Да. Вот. А есть уточка. Смотри, сейчас. Уточка. Да? Да. Уточка. Это из первой коллекции, по-моему, да? Да. Вот, это упал. Ой. А это какой-то монстрик, да? Ну ладно. Смотри, Хрюша есть. Алена, Хрюша сейчас. Есть. Сейчас. Вот есть Хрюша, есть слоник, есть зайка. Да? Да. Хрюша, слоник, зайка. Тут еще какая-нибудь собачка есть, да? О, собачка, смотри. Смотри, сколько там всего, да? Да. Хрюша, слоник, зайка, собачка. Ну, коровок сколько у нас. Ой-ой-ой, Аленка. Ого! Хоть ферму заводи. Да? Да, много коровов. И зайчиков много, да? Да. Это из первого еще. Барашек.
Барашек. Барашек есть, да? Еще корова. О, смотри, сколько их. Ого-го, да? Это зайка, да? Ну хорошо, давай мы их вот так вот пока выставим, кто есть. Да? Да. Они будут тебе помогать делать пиццу. Пицца будет какая? Из Play-Doh, правильно? Да. Из Play-Doh будет пицца. Тут зайки, коровки, да? Да. Можно еще. Вот. Ой-ой-ой, попадали, да? Да. Вот так аккуратно их всех поставим. Угу. Пускай коровки тут помогают тебе. Еще жираф. Жираф есть. Еще лошадка. Да. Лошадка будет у меня. А, лошадка большая. Да, лошадка тоже есть, да? Да, пацаны, вот где-то тут. Зайка есть, да? Вот есть коровка еще одна. Смотри, она тут стоит. Да, она А, лошадка? Да. Может, лошадка молодец. Я покажу маме, что она нашлась. Да? Мама переживала, да? Угу. Смотри, сколько у тебя стикеров, да? Угу. И все они что будут делать? Делать пиццу. Я пойду. Ну вот смотри, мы выставили всех стикеров, да? Коричневый, зеленый, желтый, красный и белый. Да, и будем делать пиццу. Мне достала и красный. Тебе красный достать? Ну давай откроем Play-Doh, да? Так, смотри. Ух ты ж. Как он открывается, да? Да, легко. Вот так, раз, смотри. Аленка, что? Вот эти красные достал. А тебе белые. А мне белый, да? А что мы будем делать? Нам что-то делать пиццу. Правда, уже не белый пластилин, он смешался, ну ничего. Он похож на... А держи, ой. Попадали, да? Да. Тебе помочь? Да. Давай я помогу тебе поставить всех, да? Попадали зверушки, все, все, да? Все на месте? Да, все. Все на месте, такие жирафики, да? Да. Так, что мы делаем? Так, два пластилина мы достали, да? Да. Так. Красный и белый. Красный и белый, да? Да. Теперь мы должны достать тарелочки. Вот такие, да? А мне дай белую большую. Большую. Да. Зеленую? Да. Это зеленая, не белая. А что мне делать? Что-то делать. Блинчик делать? Да. Давай, какой блинчик нужно сделать? Зеленый. Зеленый, да? Где скакалка? Скакалка? Да. Это скалка, а не скакалка. Скалка. Да? Да. Это скалка, скакалка, ну хорошо. Так, хорошо, сейчас я сделаю блинчик. Да. Давай скатаем блинчик, да? Угу. Я делаю блинчик, а ты делаешь что? А, вот это. Вот это. А я приду и это все съем. Я все съем. Нет. Я съем. Пойду вот так вот съем. В Аленке съем что-нибудь. Я съем это. Да. Ой-ой-ой, убежал, да? Как этого собачку зовут? Тобик. Тобик? Да. Как из Чебурашки? Да. Да? Да. А ты помнишь сказку про историю про Тобик, да? Да. Кого он потерял, точнее, его хозяйка прогнала, да? Да. А Чебурашка его нашел. Угу. А кто тебе рассказывал? Папа. Папа? Может, лягушка тебе рассказывала? Нет. Нет? А лягушка сказочница тебе сказки рассказывает? Да. Да? Опять попадали. Какую она тебе сказку должна рассказать? Про Тобика. Про Тобика, хорошо. Сегодня она тебе про Тобика расскажет сказочку опять, да? Да. Да. А уж и жираф будет ее прогонять. Кто будет прогонять? Жираф-малыш. Жираф-малыш? Да, дети. Я буду что-нибудь кушать. Не кушай только мой перчик. Ай-яй-яй. Я буду кушать перчик. Вот так, да? Лучше бы морковку сделали. Морковку сделаешь мне? Да? Да, не упрямляю. А смотри, какой я тебе блинчик сделал. Вот. Правда, весь. Да? Да. Куда его положить? Пока сюда положить, да? Да. Так. А ты будешь делать грибы. Я буду грибы есть. Я буду есть грибы. А ты знаешь, есть такие грибы. Они, как же они называются? Их только поросята могут найти. Кабанчики могут их найти. Эти грибы очень ценные, растут в лесу,
Их специальные кабанчики, которые натренированы, они ищут эти грибы. Так что я буду есть грибочки. Нет. Я буду есть грибочки. Это что же ты кабанчика прогнала опять, а? Нельзя кабанчика так, ты что? Да? Да. Они тебе, по-моему, не помогают, а мешают, да? Угу. Да? Ну, хорошо. Так, а что тебе нужно сделать? Ну, давай мы тебе сделаем... Вот. Что? Ну, давай какую-нибудь штучку сделаем. Дай мне чуть красного пластилинчика, хорошо. Да? Так, чуть красного пластилинчика. А мне какой? Да красный, я же чуть-чуть взял. Я тебе сделаю вот такую штучку, например, да? Какую? Вот. Я вот не знаю, что это такое. Оно такое длинненькое. Так вот раз, достали, достали. Вот да? Такое. Вот такое. И края сняли, да? Я тоже такое буду. Вот, смотри, да? Папа, смотри. Я тоже такое. Тоже такое, смотри. Вот, смотри. Да. Смотри. И не успел я положить, как тут же прибежал котик. Говорит, это колбаска. Колбаску я буду кушать, да? Я еще сделаю колбаску. Еще, Марьяна. Ну так много ж котиков набежало сразу, смотри, сколько котиков. Все колбаску кушать. Все колбаску. Давай. Да? Ой. Еще не готово. Еще не готово, да? Что, им подождать нужно, да? Да. А что еще? Они мне мешают. Кто мешает? Котики. Котики мешают? Да. Да чего ж они мешают? А, мешают что-то делать, да? Да. То ты что? Я делаю такую, а ты такую. Да? Ну давай, складывай пока где-нибудь в одном месте, а потом мы все сложим на одну, да? Да. Я делаю помидорчик. Помидорчик делаешь, да? Только маленький. Ты молодец, Аленка. Ай, все разлетело. Все в разные стороны полетело, да? Все. Все, да? Да, все полетело. Так, ты ж собери вот этот пластилин, который рассыпался, да? Так. Еще стикизы упали. Да? Да. Ничего, они ждут пиццу, они придут, они потом все съедят. Да? Да, буду прожорливые. Прожорливые будут, да? Смотри. Что там? Да. Ну что, давай сделаем побольше всяких интересных вещей, да? Да. Это брокколи, да? Да. Молодец, молодец. Ну что, мы много уже сделали всего, да? Можно еще? Ну давай. А может, будем уже сервировать пиццу? Нет. Смотри, как все собрались, уже ждут пиццу, когда... Где пицца? Когда пицца будет? Когда будет пицца? Когда будет пицца? Может, брокколи скушать? Нельзя? Нельзя брокколи скушать? Можно? Можно я брокколи скушаю? Можно? 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 Нет? Это упал Халетовый. Это упал Халетовый, да? Вот смотри. Так. Ух ты, еще. Давай, давай будем пиццу сервировать, да? Еще. А, ты еще хочешь что-то сделать, да? Да. Ну давай, я думаю, уже пора пиццу сервировать, не? Не пора? Сейчас. А я хочу сделать помидорчик. Так уже ж... А, помидорчик? А вот есть помидорчик, смотри, зелененький, правда, да? А я хочу красненький. Хочешь красненький? У нас, по-моему, красный закончился, нет? Ну давай, сделай помидорчик. Сделай. Сделаешь? Все застыли, ждут, когда наш пицца будет, да? Помидорчик? Молодец. Давай сервировать пиццу. Давайте будем сервировать, да? Ну, смотри, что мы много сделали. Смотри, а как ее сервировать? Вот так вот, раз. Нет, вот так. Как? А, вот так вот. Ух ты. Ух ты, да? Вот так вот, раз. Молодец, молодец, молодец. Сейчас. Не получилось, да, сперва? Сейчас. Вот так вот, да? Оп, легло, да? Да. Легло. А теперь давай укладывать будем все, да? Да. Я брокколи. А я помогу. Помидорчик. А мой помидорчик. Твой помидорчик. Красный, вот он. А его тебе слоник донесет, смотри. Вот слоник пришел. Говорит, я донесу. Да. А на желтый помидорчик. Котик донесет. Он говорит, я донесу, я возьму желтый помидорчик и донесу. А сыр? Сыр?
Жирафик говорит, я вот еще тоже что-то донесу. Все принесу, да? А перчик? Перчик? А кто перчик принесет? Кто понесет перчик? Вот он понесет, да? Да. Он говорит, я правда не знаю, что такое перчик. Я в море жил. Ну ничего, я вот донесу и так положу, да? Так. Так, кто еще что будет нести? Сосисочка. Котик говорит, я колбаску унесу, унесу. Еще по... Колбаску унесу, унесу колбаску. И смотри, какой хитрый, схватил, хватает вторую колбасу, да? Да. Вторую. И уносит вот сюда, уносит. Смотри, унес сюда колбасу, да? Спрятал, да? Вот колбаску. Не, Ален говорит, отдай колбасу, да? Да? Это еще перчик. Это еще перчик, да? Папа! Да. А кто будет нести грибы? Грибочки, а кто будет нести грибочки? Улитка. Вот он, улитка будет нести грибочки. Раз. Понесла. Вот положила грибочек, да? Раз и назад пошла, да? Ах ты. Смотри. А вот кто это... понесет сыр? Вот он понесет. Раз. Раз, так, взял сыр. Взял сыр он и понес, да? Понес. Вот так вот. Кто еще понесет сыр? Сыр? А давай рыбка понесет. Давай. Вот этот сыр, да? Вот этот, да? Угу. Так, вот рыбка раз и понесла сыр. Хоп. А кто еще сыр понесет? А я не знаю, может, вот нюня понесет. Была нюня понесет, да? Вот он. Вот этот сырок раз и понес. Понес нюня, да? Чук-чук-чук, понес. А это кто понесет? Не знаю. Давай вот этот тут. Вот такой вот. С такой перекошенным ротиком, да? Смотри, половину съел по дороге, да? Да. Да? Так, а собачка? Собачка лук понесет. Собачка, зачем мне дали лук? Я лук не ем. Дали бы мне колбаски, как котику. Дали лук. Принес лук. Пошел. Дальше не нравится ему, да? Кто это? Это коровка понесет, да? Му, принесла, да? А кто еще это? Кто это понесет? Не знаю. А кто понесет? Посун. Хрюшка. Хрюшка понесет, да? Хрюшка, грибочек. О, точно он грибочек такой. Не. А кто понесет еще сыр? Сыр понесет. А давай вот такой вот понесет сыр, да? Вот он понесет, да? И принес сыр. А баранчик, да? Что понесет? Баранчик. О, он понесет вот этого, да? Что это такое? Я не знаю, что такое. Вот уронил по дороге, баранчик поднял, принес, да? Говорит, ой, как хорошо, да? Ой, хорошо, да? А это и кто все, понесет? Да? Ага. А это и кто все, понесет? Уже там осталось, да? Листать. Вот так. Да. Пусть они кушают. Они кушают, да? Да. И вот они собрались покушать. Да. Вот все, да? Ох ты, вот такая вот у них пицца, да? А это? Да, Аленка? Да. Вот собрались покушать такую пиццу. А кто еще этот?